Конкурс «Лабиринт.ру». Дети читают стихи, посвященные 70-летию Великой Победы. Ольга Бергольц. «Мой дом». А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. О, как мы затемнялись! Ни луча! И все темнело в мире. Потом хозяин в дверь не постучал, как будто путь забыл к своей квартире, где до сих пор беспамятствует он. Какой последней кровлей осенен? Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев, тех самых, выбранных давным-давно. Я их узнала с улицы в окно. И этих окон праздничный уют, такой забытый свет в сознании будет, что верится, там добрые живут, хорошие, приветливые люди. Там даже дети маленькие есть, и кто-то юный, и всегда влюбленный. И только очень радостную весть сюда теперь приносят почтальоны, и только очень верные друзья сюда на праздник сходится шумливый. Я так хочу, чтоб кто-то был счастливым там, где безмерно бедствовала я. Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне.